Ну, здравствуй. Ходил в пятерочку. Много не покупал всего, потому что особо-то ничего и не надо. Вот такие стаканчики. Там они, по-моему, дешевле, чем в фикс-прайсе. Да, такие же точные фикс-прайсе. По-моему, в фикс-прайсе они дороже. Молоко со скидкой, шоколадное. Со вкусом шоколада. 69 рублей. Вот. Ну, почти как молоко. Типа Домик в деревне. Или как он там. Давай сразу попробуем. Быстренько. Я его хочу утром в кофе. Вкусно. Очень вкусно. Чудо молочное. Даже не знаю. Его можно и без кофе пить. Так, ну такой уже часто беру уже. Пармезан. Скоро, наверное, надоест мне. Астория. Ну, всякие блюда. А, я же яйца варю еще. Забыл яйца. Яйца иногда варю. Вот. И с яйцами очень вкусно. Так, чеки вроде. И... вот такой ломтик солнца с ветчиной, сыр плавленый. Вот такой целлофан. 70 рублей он стоит. С ветчиной, да? Давай его заценим. Я уже приготовился заранее. Думаю, что толку от моих распаковок? Надо же заценить, показать. Стоит брать, не стоит. Очень вкусный. На вкус как Хохланд. Но не такой прямо с ветчиной вкус. Ну, очень даже вкусно. 235 килокалорий. Немного. Состав вода, сыры, сливки, масло крестьянское. Значит, хрен пойми какое. Вот, ну и все такое. Цена у нас... сыр плавленый 70 рублей 65 копеек. Молоко 69. Соус пармезан 50 с копейками. И стакан бумажный 31 46. Молодцы. Было написано 9 рублей. Да. Ну ладно, что, обманули. Бывает. И еще в посудоцентре, там где-то на распродаже, лежала вот такая штука. Не знаю, что такое. Чай и каре. Не помню, что такое каре. Она такая не пластмассовая, какая-то керамика. Я подумал, что прикольно, 100 рублей. Туда можно, когда готовишь, какую-нибудь маленькую ложечку положить. А потом ее помыть. Ну так, чтобы не валялась. Так она ставится. Очень круто. И симпатичная. А на этом все. Пока!